понять, куда кому открываться из партнеров, а при этом сам пытается уйти от Галенникова. Передача на Лукао. Семенов против того. Лукао, такое впечатление, что намеренно на самом деле бросал мяч в руку Семенову. Филиппе! 3-0! Красивый розыгрыш. Очень долго мячом владели крылья Советов в этой атаке. Лукао на Сукрутина. Сукрутин дальше на Филиппе. Вот еще раз скидка головой Максима Сукрутина и удар в одну касание в ближнюю девятку. Филиппе вносит мяч.